Патриотическая акция. Волонтеры высадили саженцы дуба у мемориала близ хутора «Красная поляна». Профессиональный праздник. В администрации города чествовали судебных приставов-исполнителей. Этнографический диктант. В Армавире знания о народах России проверяли на 6 площадках. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру и в аккаунте «Город Армавир» в Инстаграме.